быстрого гейма не планируется от квестов. Хотя, в принципе, смотрите, Тинник быстро мидер, быстро, да, покупает себе блинк, берет, бежит вперед. А Дейсик также, да, там покупает какую-нибудь меку, там пайпа появляется. Ну, короче, много-много этих всяких вещей симпатичных появляется у него. Там, опять же, какие-то закрытые сервера ДС. Опа! А вот так вот, не хотели 1-0, друзья, квесты вовремя на эту линию пришли. Так, возможно, и будет 2-0, но Малик не пошел до конца на его. Но жить, как говорится, будет. Дукалис выходит у нас, есть танк. Дукалис, дабл эйч, неприятно Дукалису, Глимс обратно и... Минус Дукалис. Малик все равно выходит, опасненько, опасненько Малик. Там единственное, что нет, конечно, кинетика. Ой, какой телекинез хороший. Сбил, сбил, сбил касс суицида. И это был, видимо, бай, да? От команды пассажир квест, хорошо. Идти. А, его на базу. Я думал, он с мида прилетел, друзья. Тут, кстати говоря, потом про него проговорим, потому что его могут поймать и убить. Топсон без блинка же. Малик все понимает, а они увидели стаки. Нажимается стенка. Итак, стан у нас, Малик. И это минус Малик. И для меня интриги не было. В этом матче, самое, наверное, главное, это вообще важнее всего. Поймали Топсона у нас. Топсон, Топсон, Топсон. Хастомп не очень удачно. Топсон уходит, фейбол в затылок и... Топсон, нет, не спасется, там и стенка. Да, а гладиатор, ну, как всегда, нидра, тундра, тундра. Там Малик. Малика можно принять. Малика поймали, Малику больно, Малик умирает или нет. Мека нажимается, Малик пока что выживает, там раскасты выдаются. Малик таверну, Прай, Вайтмун там становится каким-то образом, но будет еще и минус пьюр. В ПКБ никак. Не получится здесь жить. Липучки полетели от Вайтмуна по нобу. И... вот так вот он вот осом. Но там нуба, да, глимсанули сейчас. И забавно было. Знаешь, что тос просто из пустоты, скажем. Тут пока тишина на боте. Да, как-то... А вот здесь что? А это кто такое? А это у нас пьюр. Вот это пьюр под сот. Вот это он сейчас, конечно, свою команду подставляет. Зачем тебе вот смерти нужны, а? И так далее, хотя, ты знаешь, как говорят, сейчас, секундочку, тут нападают у нас на Топсона, Топсон нажимает БКБшку, пытается уйти, уйдет ли, блин, им вроде как уходит у нас, суицид, там нападает на Найнкласса, он нажимает статик ПЦ, чтобы уйти, и он может уйти, да, кстати говоря, это была единственная возможность для него здесь уйти, и он уходит отсюда, у нас... спасается. А тут Тоби еще. Еще один будет килл. Опа-на. А это у них же луна, друзья. Прямо сейчас можно пойти полезть на ХГ. Я вот читал какую-то статью, то, что там в том же условном пиве, в том же условном вине, да, есть какие-то полезные даже вот ингредиенты, скажем так, вот, да. Но, опять же, это говорится, там, знаешь, там, о маленьком там стаканчике, естественно. Здесь у нас забирает Малика. И Топсон, Топсон, Топсон нас справляется в таверн. Размен получается хорош, кстати говоря. Неприятный игрок, вот, в плане характера, вот. Самый такой неприятный чел. Здесь нажимается Эклипс, нападает на Топсона. Топсон БКБшка ушел. Там суицид, больно. Мультишот, минус 2 делает. Хорошо получается, в том числе убивает же еще и ДС, который у нас был без, наоборот, с стенкой. И он ее не успел дать, вот в чем дело. Наива глимсанули, друзья. Он без уже Егиса и минус Наив. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как же так, вы стыд-то встряли, обалдеть, я думал, тут они сейчас смогут это закончить уже каким-то образом, но нет, ну там хотя бы бывает также пьюра, да, и так-то получается, пьюр был стрик, Топсон был богатый, и в итоге-то даже очень неплохо, посмотри. И сейчас она должна будет упасть, итак, Наив, липучка полетела, Наива больно, Наив пытается уйти, и... ушел, Аигис не отдал, и самое главное, это минус сторона. А вот так вот. Вот так вот. Так, хорош. Но с другой стороны будут драться. Все равно нажимается статика. Он агонимный. В итоге БКБшка от нуба. Все, он может драться. Эклип хастуется. Бьет у нас Наив с руки. Минус будет Тоби. Тоби Вайтмун правится в таверну. Не добили его добить. Нужно. Не убили до сих пор. И гречка достает. Там убили Пьюра первый раз. Пьюр. Рефреш, нажимает и все равно умирает. А минуточку, а пьюр-то без БКБ. А ПСЖ-квест ломает у нас в сторону. И им ничего не мешает.
ничего, потому что пачка идет крипов сюда. В миду сейчас там тоже линия попушится уже, и бэкдора никого не будет. Глифа уже нет, друзья. Итак, Тоби стампи, дабл эйч нажимает, немножко ворует себе силы, и пока живет. Ну, догорит ли он от яда, непонятно. 70 хп у него вроде бы. Нет, не умирает он, нет. Ну, а наив, самое главное, работает по... Догорел. Его Диз нашел Тандерстрайком своим здесь, да. Его нашел Дизраптор, ты представляешь. Тут Топсон по Дукалису. Дукалис под себя наложил разлом и, в общем, защищает Тундерсторм на последнюю. Мега не будет, друзья, никаких здесь. Да, и просто осталось добить тех, кто не ушел. Че, Дукалис, идешь, что ли? Да, ушел, представляешь. Ну, с другой стороны, минус две стороны. Да, и угольники. А, там трон вообще еле живой, кажется, был. Там еще что-то было у него на коров. Какая у Циви примерно? Здесь Глимс Дукалиса. Дукалиса сейчас могут накрыть, а сбоку есть вакуум. Вот так вот Тоби и Вайтмун отступают. Там дали стенку. Стенку иллюзию пробили, что ли, с стенки или что, не понимаю. Здесь разбегаются квесты. Квесты получат по башке, на самом деле, сейчас. Ну, БКБ нажимает Топсон. И так, бьет нуба. Ну, Топсон нажимает, но падает нуб. Сбоку Наив пытался убить Пюра, не получается. Пюр нажимает газ, пытается убить Малика. Малик что, улетит, что ли? Улетает. Малик еле живой, но улетает. А вот Наив не улетает здесь. Останется, скорее всего, тут или нет. Или Пюра убит. Забирает Пюра, нет. А Мар там делает дабл килл. Ты представляешь, но там уже есть пэйбэки сейчас, да. Сейчас они могут возвращаться в игру и Наива цепляют. Он красный Тоби, Топсон еле-еле живые. Они накрывают Топсона. Пьюр, ты где? Вот он здесь, все. Начинает он настрелять. И там по 1000 криты просто у него летят, охренеть. Но рапирка откладывается. Бывает телепорт Дукалису. И вопрос. Зачем... Падает... Падает. Статик хороший, он же агоним. Ну, Топсон залетает, интересненько. Ну, а Егис будет у Наива. Поднял он себе еще и баннер. Рефреш не видит, то поднял. В общем, умирает. Первый раз у нас Наив умирает и выкупается. Обратно говорю, Малик. Ну, также выкупается, обалдеть. Просто Тундра сейчас может отворить. Где у нас тут Пьюр? А Пьюра поймали? Ой-ой-ой-ой-ой. Там рапирушка лежит. И он-то без байбека поднимает Нейнкласс рапиру. Сюда Нейнкласс. Не должен, то уходить, рефреш даже жмут, чтобы, да, это, как по-моему, рефреш, да, у нас рошка и был. И вот она, рапирка. Нет, смотрим. Вперед у нас квесты идут, интересно, в трон или не в трон, ну, логичнее, конечно, в трон. Они что, знают про это? Они знают про отсутствие. Итак, нажимается статик, нажимается прямо на Наива, но как-то... Как-то не хватает, будто ему нужно выйти, нажать сатанику, нажимает его и выживает. Все, GG, ГГВП, друзья, и это 1-0, и квесты в этой... Изначально казалось простой, потом непростой игре выходят победителями, ты знаешь, ставишь просто. Зивса забирает себе пассажир квест, там появляется земля для Топсона, ну... Блин, ну, ребят, я здесь просто, наверное, буду предвзят. Мне просто, знаете, такая слабость всегда была перед Веспом и Герокоптером. Это вот мне просто эти герои... Слабость в плане, они мне всегда нравятся. Но нет, Нейнкласс с собой перекрывает, не получается. На боте нападают у нас, на Пьюра. Пьюр стик жмет. Амара закрывает. Итак, а вот тоже может быть вполне реально. И 1-0, Алексей снимает шляпу. Вы здесь попали в цель, так еще будет второй килл здесь, да? Красава. Так, на Тоби что происходит? Ракета полетела на Тоби. Тоби принимает. Закатывается у нас Топсон. Напрыгивает Наива. Наиву неприятно. Есть телекинез. Туда. Эстан. И дабл эйдж. И третье убийство Тундра. Ну, начало положено. По поводу хватки восстанавливать. Начало уже положено. А тут Пьюра глимсует у нас. Вот такая вот красота. Пьюр пытается уйти. Там Тандер Годс. И Вайтмун тоже не уходит. Квесты начинают. Ну, Малик пока что уходит сюда. Так, здесь летает на Дукалиса. Есть тизер? Да, у него есть привязка. Отступает Дукалис. Но там Магнетайз. Урна, к сожалению, для Топсона не заряжена. Обновляется Магнетайз. Продолжает его сжечь. Там, друзья, очередной килл делается Тундрой. Топсон еще раз обновил, но не хватает его урона. А тут уже приходит Амар и
заигрался Топсон, так что самое неприятное, еще и не умирает Дукалис. Здесь ну, вылетает он, как я вижу, курьером. Здесь на топе начинается драка, нападает на Наива, друзья. И больно Наиву Дукалис не хватает. Ему регену, три героя пинают. Но с другой стороны, сейчас есть возможность на размен. Тоби нажимает стампит, разворачивается. Они с Пьером будут пытаться драться. Опасненько. Это какой крепкий Дукалис, да, там постоянно магнетайзер там и так далее. По нему работают, но все время живет. Минус Топсон. И за своего кура здесь знатно квесты отвечают, знатно. Минус 2 делают, в том числе и Топсон убивают. И, возможно, это еще и не конец. Стос достал, да ну! Он достал слоу-граунда, ты представляешь? Снизу достает, Вайтмун приходит. А что ты хочешь? Их четвертый один, что ты надеешься? Бывают, знаешь, такие игры, когда карта закончилась, тоже половину героев и не помнишь. Бывают такие игры, значит, столько скучные. Здесь залетает нас, Наив, БКБ, живет, но Дукалис падает. С другой стороны, нет, не живет, классно. Классно, куда, квесты, зачем вы пришли сюда? Зачем вы пришли? Вы же сейчас тоже поумираете. Куда вы полезли? Амар умирает. Минус 3, квесты устраивают фитфест у нас. Малик тоже здесь может остаться или нет. Сурж бежать, пытается уйти. Все в стеночку замедляются, но продолжится охота. Топсон уже не за горами. Малик прячется в кустике. Его увидели, его увидели. Его или не увидели? Нет, его не увидели. Или что? Подожди, увидели, все, нашли. Не, но неуязвимыми и главными конкурентами, главными фаворитами. У нас и главными конкурентами для любой команды. Здесь врыв, полетел, Топсон, БКБшка нажимается, но он живет. Там прыгивает, ну, подальше здесь Наив, ну, как-то так, знаешь, пока не уверенно, робко. А квесты? Ну, кто вот тундры, проблемы с инициацией. Дукалис, ты куда идешь? Дукалис, ты же шарик, должен там стоять. В кустах, но его не убивает, он выживает, и здесь минус 3 делается, неужели? Неужели они не убили Дукалиса и потеряли трех героев, еще там Вайтмун залетел, чтобы от Пьюра отстали, скорее всего, да, от Пьюра-то отстать отстали, но Вайтмун-то тоже умирает, и в общей сложности это минус 4, добрый вечер для бустов, ему нужно хотя бы Аганим БКБ, хотя бы для этого в идеале, ну, Кристаллис Аганим БКБ, без Дайдалас, и там он может драться. Так, здесь Амар, кулдаун полетел, Тоби больно, Тоби бревно ему в затылок летит, не забирает его, сбоку у нас падает Амар, умирает Топсон, и опять, слушайте, и опять у нас драку, пока что квесты выигрывают, и они будут добивать героев сейчас. Да, Найн класс, минус, минус, получается, и почему такие вопросы задаешь? Сначала за себя ответь. А здесь у нас врыв полетел, Пьюр, БКБ, нажимается, ставится стеночка у нас, вакуум, тут, ну, БКБшка нажимается по Топсону, Топсона напинает Топсон в таверну. Топсон в таверну, здесь Пьюр пока что спасается, сбоку Найнкласс, Найнкласс в таверну, тоже. Минус 2. Так, опа, и минус 3, ну, братцы, вы знаете... Напомню, друзья, что у нас следующий матч, если что, будет матч Team Falcons против команды... Против команды Extreme Gaming. Это третья страна, не забывайте. Да нет, спасибо, зрители, в гости не хочется как-то к вам, спасибо большое. Так, Флэг Кэннон, поехали, Топсон, там сбоку, хукшот, Вайтмун, в итоге поймали сбоку и пинает Малика, Малик пытается уйти, умирает, отправляет ставерну, минус Пьюр будет, это самое важное, Пьюр без байбека, друзья, покупает себе Гиролет у нас рапиру, а нет, уже ничего не нужно. Это ГГ, и команда PSG Quest выбивает тундру 2-0. Для многих, лично для меня, это будет, наверное, сенсационно 2-0, да? Тундру выбивает квесты.